Так, у нас 20 секунд до турнира. Артем, Да. 10% шкалы уже заполнено. Как ты к этому относишься? Ну, я думал, больше будет. Думал, больше будет? Да. Ну, пока всего 10, извини, как можно. Ну, значит, без меня. Так, Арно Дориан, это Алексей Ломовских. Так, уже Поприветствуем и... соперник. С ним постоянно играл в турнирах атомных шахмат. И да, Евгения Новикова тоже. Артем здесь знаток всей теории, дебютный. Да, ну Е6, мне кажется, не самый сильный ход. Конь А6 сильнее намного, потому что конь хотел пойти на b5 или на f5, но на f5 не пустили. А на b5 дорога сама открылась. Так, ну тут уже брать нельзя, потому что будет конь g4 с мат или нет. Так, ну конь g4 тут там надо f3. сейчас, надо ходить e3, чтобы на конь g4 пойти f4. Да, Артем здесь все вдоль и поперек проанализировал. Но, ну да, есть немного. На конь f2 я встречу ферзь h5, h6, ферзь h6. А на После фон чего h6? побью здесь. В итоге А. будет две лишние фигуры. Алексей подслушивает. Ну, не страшно. Все ради зрителей. Алексей сыграет слон b4. О! Да, он будет пытаться давать угрозы. c6. Ну да, он со мной всегда проводил такие идеи, что на конь c7 он убегает королем, но... Там же конь e8 еще есть. Ну, конь e8 есть, но он ферзя выпускает. Так это мат один ход. g6 пойдет. Это да. Так, сейчас в чем проблема? cb, конь h6. Он хочет коня подключить сюда. Мы можем его не пустить? Так, как получится? Как не пустить? А, ну мы на конь h6 мы возьмем слоном. Ну как вариант. Так, ну сейчас лучше взять слона бесплатно, особо не заморачиваться. На конь h6 пойдем слон h6. Так, фигура за пешку пока нормально. Потому что две фигуры за пешку это уже наоборот очень плохо. Ой, две пешки за фигуру. Так, ну что, здесь как-то нужно... Добивать, да? Уже кто-то две партии успел выиграть. Ну, не страшно. Так, а, ферзь h4 хочет пойти. Ферзь h4 это угроза, может же g3? Так, на ферзь h4 g3. Или сразу g3? Ну, давай сразу g3, полезно. Он может и не все из ладью, конечно, но... Так, h6, по мне, совершенно бесполезный ход. Пойдем ферзь b3. Да, мы хотим конь e3 вообще-то. Ой, конь e6 вообще-то уже и подграживает чуть-чуть. Или там будет d5? Так, это не страшно. Сейчас меня не пускают на c3. Конь e4 хочет пойти Алексей, так что... d3, наверное, есть смысл пойти. Так, сейчас... Ага, у меня еще минута осталась, да? Не так много, на самом деле. Ну ладно, сейчас... Постараюсь аккуратно фигуру подвести. Сейчас нет хода ферзь c3, законь d3. Мне кажется, d6 пойдет, Алексей. Да. Так и получилось. Конь e6 хотелось, но нет, не судьба. Не хватает, да? Да, не хватает. Ну что там d5 в конце варианта. Так. Да я и план пока не особо могу придумать, так что... 48 секунд у нас. Нормально, нормально. Давай конь d2. Или конь c3. Ну, конь c3 пускай берет на d3, не страшно. Конь 1. Ну, неплохо, но нормально. Отошли просто. Да, он хочет все забрать и... Так. Да, но здесь уже есть конкретика. Ну, я постараюсь. По крайней мере, не затупить. Прорваться? Да. Ферзь d6? Ну, и к сожалению. Да, к сожалению, ферзя больше нет в партии. Да и вообще партии больше нет. Ну, нет, нет, извини. Нет, нет. Это случайно. Это, то есть, он хотел сдаться? Нет, ну, понятно, да. Так, ничего себе, уже кто-то 4 партии сыграл. Это жестко вообще-то.
Еще такое дело, то что тут берсерк не особо полезно брать. Ну, в принципе, 3 минуты можно, но дело в том, то, что либо партия за 10 секунд заканчивается, либо наоборот. Потом будет берсерк брать, мне кажется, потому что он совсем берет. Не берет, ну ладно. F6. Это Платон, он... Нет, Платону не надо. Платон должен конь F6. H3. Конь H4. Вроде так. Надо. Да, черными здесь нужно очень много, да, приложить, чтобы уравнять дебют. Да, мне кажется... Мне вообще кажется, что там на это 1-0. У белых? Да. Так, сейчас что? Слон H7 играет. Ладно, за H6 пойдем. Теперь H5 потом будет. В смысле? Ну, сейчас. Может быть, теперь H5. Побьет на G6. Не-не, понимаешь, есть время слон G4 и F3, и в итоге он эту диагональ перекроет. Угу. А вот что на D4 ему делать? Большой вопрос, мне кажется. Какую-то фигуру точно ему он сейчас потеряет. Так. Но сейчас ферзь H5 нет. То, что я сейчас что-нибудь побью? Ну да, там будет на D7 зависать. Хотя, ладно, все равно пойду, активный ход сделаю. И ДЦ потом. Да, ДЦ. Можно ДЕ, можно ДЕ, кстати, тоже. Как бы не фигура, играем, да? Да. Можно, смотри, можно ДЕ, ему нужно играть D4, иначе Е, ферзь D4, ферзь F2. Так, на D4, ферзь C7. А, конь B5. Ну, это взрыв. Да, просто победа. Так, ну, вторая победа. Спасибо за игру, Платон. У Сергея БРСК уже 13 очков. Отлично. А с Антон Майтель. Да. Антон, наверное, силен. Ну, мы с ним давно играли матч. Еще где-то был порядка плюс 1, плюс 2 в его пользу в наших последних матчах. Но тут я подкован. Дело в том, что он тогда раньше меня узнал о ходе конь d4, и все просто откупались материалом, чтобы мат не зимнуть в один ход. Но вопрос, кто из нас дальше прочитал теорию. 4. Очень многие играют конь f2, очень заманчиво пойти. На мат напасть бесполезно. d5. Так. Как играть на d5? Конь b5 есть. Есть конь f5. Конь f5, наверное, сильнее. Думаешь? Ну, мат на пале. Ну... Так. Как вообще ему ферзя спасать? После конь b5? Ну, на мат на пале от мата можно отбиться спокойно. А я больше придерживаюсь такого... плану, то что лучше материал отъесть. Просто конь f5, e6, конь g7, h5. Это нормально для черных. То есть конь вот задержит все абсолютно. Так. Конь h6. Так, ну съем здесь, у меня лишняя фигура должна быть. Конь b5, слон b5. Ой, конь b4, слон b5. Ферзь вообще-то? Так, тут уже вот... Ну, может быть, c3 или нет? Нет, шах надо выписать. Надо конь a3 пойти. Пускай вырубает на c2. Я открою немножко окно, так прохладнее. Этот пошел, блин, дождик. Хорошо. А решетку куда дело будет? Решетку-то я где? Я снял ее, она мешается. Ну, видимо... находится? Ну, видимо, Антон все зевнул. Что за стандартная идея отдать на c2 ради того, чтобы перевести ладью на c1, c8? Да, Тим, я здесь. Да-да. Ну что, есть что-нибудь интересное? Ну, Антон вроде мат зевнул. Или пошел.
Что? В ливень пошел, в нижнем. Тебя очень плохо слышно. Плохо слышно? Сейчас тоже? Получше, но все равно плохо. Да как так-то? Почему меня плохо слышно? Ну, я не знаю. Да мне кажется, нормально. Во, как сейчас его, отлично. Как и должно быть. Интересная партия, но... К сожалению, что так быстро все закончилось. Так, это только наша третья партия. Некоторые уже сыграли по 7, по 8. Надо кинуть ссылку на Twitch. Так, это Зинулах Букаров. У которого тоже есть своя шахматная группа. Ну, приветствую Зинулаха в нашем турнире. И он не ходит. Хотя уже 3 победы одержал. Сейчас пойдет, может, отошел куда-то. Ну да. Не хотелось бы побед без игры. Ну ладно, в другой раз сыграем. Ничего страшного. Ждем да. Следующую партию. Надо до Сергея дойти, Мугаевского. Потому что Сергей... Он и в многоборье по всем видам шахмат хороший результат показал. Так что такой универсальный шахматист. Во все умеет. Андрей Смирнов выиграл турнир по Орде. Угу. Кстати. А по Крэзи Хаосу вы это, как я понимаю? Да, по Крэзи Хаосу. С Евгением Новиковым. Евгением Новиковым, ну... Евгений Е3 играет всегда белыми и убивает в дебюте. Мы другого мнения на этот счет. D5. Так. МБ5. По Антону пошел. Конек 2. Ну мы просто материал много возьмем. Наверное, Евгений думал то, что я ферзя на H5 дашку отдам. Но слон сильнее. Итого 2 лишние фигуры. Ну сейчас ладьи могут съесть. Но не страшно. То есть я даже ранг отдать вот ладью за такого хорошего коня. Так, ладья c2. Ну, шах дадим. Так, ну сейчас 2 лишние фигуры и лишняя пешка, так что надо просто постараться. Много дня. И... Много дня. Да. Мне кажется, бот сломался. Ага, ну проверю после этого. Хорошо. Так, напоминаю, что вы можете отблагодарить авторов. А нет, вот он, кстати, заработал. А. Да, вы можете отблагодарить авторов, вот пройти, нажать на эту ссылочку. И, собственно, произойдет чудо. Так, ну Артём пока просто безупречен. Конь. Ну давай, давай, конь c3. А пешка-то там далеко не пройдет. Какая? d4? Да. Ну, я готов встретить. Конь d5. Я, у меня было. Сейчас ладья c7, скорее всего, пойдет. Но я просто надо фигуру подвести и замотовать. Просто надо как-то подвести фигуры. Так. И конь e4 при случае надо защищаться. Ну, на конь d4, d3, скажем. Конь d4, прошу прощения. Вот так вот я играю постоянно. Вот он на шахмат. Выигрываю 2 лишние фигуры и... Никак не матую. Рокировку здесь нельзя сделать? Можно. Но я не хочу. Ну, конкретно в этой позиции нельзя, надо, да? Не, конкретно в этой можно, потому что мой король не ходил, и тут это поля не битые. Но сейчас он будет пешки накатывать. В принципе, идея здравая. Ну ладно, пойдем. Сейчас абсолютно бесполезные ходы будем делать туда-сюда. Линию надо нехорошо скрывать. Линия? Да ну, нежелательно бы, ну ладно. Так, пойдем смотри. Сейчас его король будет убегать как-то. Да. Может слон b2? e5. Ну и что? Что-нибудь там придумает? Ну не знаю, бесплатный ход как-то ему дали. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Вот g4 есть, неплохой, мне кажется, ресурс. Ну не ладью можно взорвать. Ну пускай берет. Я выведу вторую. Тут я ладья g1 планировал. На конь g4, слон g4, потому что. Так, ну и сейчас я должен как-то забить. Пока рокировка невозможна.
Так, ну надо всего одну фигуру подвести. 1-0 поляки. 1-0? Босиковский. Как хорошо, что я никого из Швейцарии не взял. Как хорошо, что я взял Босиковский. Mm-hmm. Он у меня, правда, на замене первый. Но уже неплохо. Как добить? Ну, давай слона подведу. Слоном будет всяко веселей. Понятно. Так, сюда. Не дает Антон рокировать. Кстати, не может брать. Пока невозможный ход. Ну да. А что делать? Сейчас как-нибудь замотуем. Король 6, это сразу мат. А так, наверное, следующим ход. Через ход мат. Да. Победа. Стандартная процедура, когда поставить короля и пешку в такое положение. Потому что ладья дает шаг рядом, и нельзя избежать мата. Ну, спасибо за игру. Смотрим дальше. Мы Сергея вошли, это хорошее достижение. Так, кто из ближайших соперников здесь? Антон 20-20, на проф. Так, а лидер еще играет. Да, вот его партия со злого. А, и он побеждает. А, нет. Это как раз вариант из моего ролика. Он играет Е5 черными, надо запомнить. Так, ну что, дадут нам соперника или нет? 30 человек в турнире все-таки. Ну да. Должны уже кого-то все сдать. Ну да. А к тому же 10 игроков, 11 уже здесь в чате, ждут соперника. Кто-то из турнира вышел даже. А вот, дает. Вот Сергей Мугаевский. Один из лидеров. Сергей в поддавке очень хорош. Да, вот идут варианты, которые я иду со всеми белыми. Ну. Надеюсь, ты знаешь против него противоядие. Ну и сейчас постараемся. Б5 это просто механически туда его не пустили, да? Слона и коня, да. Ваш ход. Так, что на H3? Блин, может конь H2? Нет, зачем? Ферзь H5, D5 будет. Так. Как защищаться? Сейчас я подумаю чуть-чуть. Е5 есть ход. Нет, Е5 тоже нет. Какая угроза? Ферзь h5, d5. Взять коня, ферзь h5, d5. Так, как же пойти-то? Ну ладно, пойду g6. Че тянуть? А вот тут слон b7. Слон b7. Конь f5 какой-то есть ход даже. Конь c6. Слушай, он предлагает слона нашего разменять. Может быть, за пешку? Может быть, линию вскрыть? Не, зачем? Ну, линию вскрыть? Ну, d4 будет. d4, да? Ну нет, не страшно пока. Хотя, если честно, обидно то, что я запутался в собственных заготовках. f5. Ну, это понятно желание поставить ферзя на h5 все-таки. Так, но ну, даже если он побьет, я пойду h5, у него ничего не будет. Так что, так, конь c6, слон b5. Ну, ладно, буду развиваться потихоньку. Ну, видимо, белый уже не выигрывает здесь моментально. Ну да, мата нет вроде. Ферзь d6 идея, да? Ферзь d6, ферзь g6, ферзь g3 куда-то туда. Ну, типа того. Так, ну вот он теперь... На ферзь d6 отвечает ферзь d5. Да, и не пускает. Ну что ж поделать. Есть ход слон h6. И тогда ему нужно качество сбрасывать. Но мне кажется, что слон полезнее немножко в другом месте будет. Так что ладно, буду просто развиваться. На gf ферзь f5 еще задумано. А я это не увидел. Ну ладно. Прорвемся. Да, GF это очень такой ход-то. Скрывает.
Так, h5, ферзь d5. Слон b4, c3. 5. Да, что-то я упустил. Или нет? Так, слон h6, ладья h6. Если ферзь f5. Да, не надо было e5 играть, конечно. Ну, нужно как защищаться от ферзь f5, где ферзь f7 надо. И там ферзь h5, да, тогда? Ну да. Ну ладно, поиграем как-нибудь на мат. На ферзь h5 напоминаю слон d2. c3, это правильно. Может быть d3? А, ой, d4, нет, не работает, да? Угу. Ладно. Проигрывать так с музыкой. Сергей молодец, что сказать. Ферзь f8, мадам. Да. Дальше в хайпарте. Угу. Надо напрячься. А вот это что значит? Я из турнира вышел случайно. Хотел выйти из партии, вышел из турнира. Так. Давай-ка с берсерком. Надеюсь. Зеленый далеко не отошел. Господа, да. Почему я вижу минус 9? Какие минус 9? Это Асри. Он... А, ты же просил до минус 10 не доходить. Ну да, да, ну на грани. Ты все что ли поел? Да. Ты скорострел вообще. Фастфуд в холодильнике. Так, тут какая теория. Ну это все. Вот вопрос в том, что я взял берсерк. Надо ли его использовать? D5? То есть нужно, чтобы партия до 10 ходов дошла. Но он сдался. Тяжело. Ладно, спасибо за игру. Все равно. Ну вот мы вторые, ничего не нравится. Мы одну проиграли. А, ты только одну карту проиграл, да? Да, я забыл теорию. А как это ты, Эмача, так много партий сыграл вообще? Мы не понимаем. Ну мы всего на одну меньше сыграли. На две. Кстати, тем временем поляки отгрузили, ты в курсе, да? Это мы только что закончили партию. Кто забил? Поляки. Блащиковский мой. Хреново. У меня h3 очень ловушечный вариант, но я вроде как готов здесь. А, ну у тебя не кэп, то ладно. Босиковский на замене у меня вообще. А. Первый запасной. Блин, ну не знаю, вообще обидно. А тебя с другой стороны, если Швейцария выйдет, то в центре города здесь будет меньше народу. А тебе не кажется, что просто страну с землей сравняют после поражения? Я видел, как Цюрих вылетал. Вот этого, по-моему, очень жалко. Так, ладно, я сам это учусь. Так, что здесь происходит? Я как играю с Антоном. Слышишь? Да. Вы чат, если... Чат теперь смотрите на этом, на сайте. У нас 53 человека. Так, ферзь f4? Ферзь h4. А, ферзь f4. Да, там ферзь h5, правда. А, ферзь h5, ферзь f2, извиняюсь. Ну вот, у нас уже лишняя фигура. Так, постараемся активизировать коня, потом второго коня приведем. Ну, белый уже посмотрели. Еще материал тряд, я так понимаю. Ну... Чего не понимаешь, два? Да ну ладно, мне нравится почему-то коня всегда делать активным. Ну да, вообще конь мешает белым, тоже. Потому что... Ну, больше в цветноте возможности мат поставить, то есть... Ну, мне кажется, намного полезнее. Так... Можно слон d7 пойти? Можно, я думаю, что если взять... Так, а сова конь d3 шах? Точно, и конь b2. Ну, тут материала белого совсем мало материала. Да. Кирилл видео сломал, пишут, что бы это значило. Видео сломал? Я не знаю, что это значит, но... О, появилось. Хорошо. Так, мы сейчас заматуем. Матывающими ходами. Да, спасибо за игру. Это очень важная победа была. Теперь мы догнали Антона, а ему надо 19 очков отыграть за 35 минут. У него дополнительный показатель выше. Зато это не важно, у нас выше, у нас на 19 очков больше. Нет, но это все равно. Я за победой пришел. Че, я просто, да, так, просто надо, так торопился. Надо. Тем более, здесь уже все с поражениями, я так понимаю. Сергей вообще... Сергей Бугаевский сыграл в 5 раз больше партий, чем вы, по-моему.
E3. Вот тут я тоже готов. Чем вы занимались, когда не было? Просто выходили из турнира, ждали, давали фору или как-то? Да нет, почему? Играли. А, так, это такой же вариант, только с персоналкой ходов. Мы играем против... Романа. Собственно, по-моему. Рома, да. Ром, а что будто... это, профилактика против слона H7 или в чем здесь идея? Ну, просто пешку забрать. Почему бы и не взять, если дают? Конь c3. Так. Ничего здесь нету разве такого? Ферзь h4. g3. Ферзь e4. Возьму. Да. h4, ферзь c4, d3, да? Да, d3. Ну ладно, пойдут c6. Вроде пока наш. Конь e4? Конь e4 не страшно? Ну, конь e4, так. Конь d6, не дивни. Я вижу. Видимо, ага. d6 надо играть, да, или что? Так, ферзь a5. b4. Контр-игру, да? Да, я контр-игру еще. Ферзь d5, а? Ферзь d5, b4, ферзь d5. 2-0. Так, ну конь d6, так приятно. Можно d6 пойти? Какие ну, давай, там? Давай d6. Давай d6. Вроде сразу не проигрываем, самое главное. Просто я чувствую, что с комментариями меня немножко не идет. Надо покрепче. Ну, здесь я выполняю обычную роль Кирилла. То есть отвлекающего фактора, который предлагает бредовые ходы. Не, нормально. В прошлой партии точно помог быстро победить. Да. Не, ну, в принципе, черный могут просто конь f6 надо сыграть и подменять материал. b4, ну, все-таки бесполезный ход. Могу даже f5 сыграть, наверное. Так, рисковато. Конь g5, ты пойди. Конь g5? Да нет, зачем? Ох, на f7 лезет. Так. Конь g4. Так, ну тут, мне кажется, сам Бог велел нам немножко на мат поиграть. Ну да, можно, а какой ты мат нападаешь? Ну, не, на ферзь c4, ферзь c2 хотя бы так залезть хочу. На ферзь h5 g6. Не сразу ферзь брать. Пускай берет он. Так, ферзь c4. Ну, вроде может. Ферзь c4, d3, ферзь c2. Он числом попадает под копыт. Да, ферзь h5, ферзь h5 нет у него. Ну зато и рокировки лишили. Ну, не, видимо, d3 надо играть, что делать. Ферзь h5 он пойдет, мне кажется. Ферзь h5, g6. Ну... Это же просто подставка. Я понимаю, но я пытаюсь... Хорошо. Нет, если думает, значит не пойдет. Да, ну... Если думает, значит ждет задержку. А, там секунд 15 как раз. Ну да, конечно, надо фигуру скидывать. По-видимому, особой компенсации нет. Нет. В принципе, ты, вот сейчас белый возьму, ты можешь пройти просто конь f6. Допустим. Я же h6 хочу сыграть. Тоже вариант. Хотя, ну, конь f6, конь f6, мне конь f5. Допустить конь f5 и рокировать после этого. Такая идея. Да ну не, я не хочу. Я жалко своей пешки, да? f4 пройдет, и по сути пешку ни за что отдали. f4 и e5. Слон h3 подвисает. Так. Ну да ладно. В прошлом. f4. Так, так, так. Конь e7, судей конь d5, как-то вариант. Да можно я и d5. Я d5 не угроза из-за фе, ну просто как-то развиться надо, наверное. Так. Сейчас подумаю. Как ты предлагал? Конь e7 предлагал. У тебя 50 секунд имеет. Нормально. Следующим ходом d5 пойду. А, ну он взял. Вот d5 даю. Кстати, вообще не факт, что на что-то напал. Да нормально. Конь h4, конь e3, да? Мне кажется, он рокирует. А, так. Можно брать на e3? На e3 увел короля. А, ну я на слон e6 закрою, в случае чего. Ну, на слон e6 если надо. Хорошо. Да, вроде нормально. Сейчас, так. Конь e6 угрожает. Конь h6, что ли? Конь e6 же не угроза. Так. 30 секунд. Ага. Взяли. Играй опять или конь h6. Ладно, пойду так. Конь h6. Ну,
Ну, нормально. Главное все аккуратно подменять. Да, так или конечно. Сейчас конечно хочу. Так, ладно, пойдем вперед. Б6 зевнул, кажется. Ну ладно. Коня сбросил бы, все нормально было бы. Все. Здесь же просто надо быстрее ходить. Угу. Смотри, да. Проходные легко толкать должно быть. Ну да. Я лично сомневаюсь, что у тебя лучше, но это не важно, главное ходы исполнять. АБ. Вот я один. А. Ну да, ты матуешь. Ферзь Е3. Ферзь Е3. Нормально. Ну так. Ну, Рома создал. Да. Понятно, что хоть и вторая пара, в часть пары несла характерную реализацию преимущества, но Рома создавал угрозу. Ну или я очень плохо играл. Не, ну сразу не получалось пробить, я тоже ничего не видел. Так, кто из лидеров свободен? Так, Сергей играет Лудуланд. Играет. Так, White Kid 2000. Я 120 не советую, Берсеркать. Да, да ладно, я и по 30 секунд хорошо играю. Так, это вариант, который я играю в основном в связке конь F3, конь D4. Конь что, 4F4 или что здесь? 4F4, да. А не, нет, другого нет. Так, H6. G6. У них 5 нет? F5. Здесь слишком ну, медленно. Пойдем так. А, ну, может, он G4, F4. Это похоже, что это материал, да? Или это теория? Нет, это не теория. Так, у них 6 и прибыли. Так, ну, вроде все. Хорош, партия. Ну да, и берсерк бы не помог. Ничего не помогло. Стран 220, а вроде бы совсем быстро проиграл. Ну, о, 2447. А это уже серьезно. У меня, по-моему, с ним даже и в поддавки, и в атомные есть партии, но счет не такой плохой. Как можно было предположить. Конь E5. Хороший вариант. Я сам играл так одно время. Так, H3. Что? Хочется E3, ферзь H5. Аж на H3 вроде C6 надо. Я затрудняюсь здесь что-то помочь. Для меня это все выглядит одинаково странно. Слон G5 угрожает. Да. Так, надо вспомнить, что я тут делаю. Неужели я сразу проиграл? Да не должен я тут сразу проиграть. Так, вот сейчас ферзь H5. Прям серьезно так. Это неприятно. Да, очень неприятно, я бы сказал. Ему отводенный ход нельзя придумать. Где же 8? А, где же 8, когда же 5? Может так действительно? Не, может я все зевнул уже. Где же 8? Почему не на где же 8? А. После слон G5 он своего тоже задевает, как знаю. Я паниковал. А я уже начал паниковать. Но сейчас ферзь F3 есть. Ну, достаточно плохо все равно, я ничего не говорю. Не, ну ферзь F3 добивает, что говорить. Не F5. А, Е. Да. Я все зевнул, как обычно. Так, ничего, ну на что, контр. Ферзь F3 даже женщина. Да, надо вспоминать. Не вижу. Защиту ферзь F3. Ну да. Я придется сдаться. Да, конечно. Так. Нормально, мы идем по графику. Даже 4 завозим, Антон. Рецепт успеха зато против меня. Ну, это рецепт успеха до первой проверки теории, потом рецепт закончился. Ну да. Как же H3? Все дело нормально. Может, G5 неправильно. Да, слон G5, конечно. H3 C6, D4. А вместо G5 не всем надо играть. Вот, возможно. Ага, вот это как раз лидер, который уже на 13 очков оторвался. Да, пора его бить. Возможно, ногами. Вот, да. Наверное, никто аж 4 не играл против него. C6. Так, ага. Ну, ферзь B6 хочет, наверное. Да, ферзь B6. С другой стороны, и что? Нет, я D4. Так. Ферзь B6, D4 или E3, да? Не, надо E3 играть будет.
Почему не d4? Ну хорошо, ладно. В принципе, можно потому, понять. Потому что на e2 будет угроза потом. А-а. Неубедительность? Не знаю. Ну ладно. Что это за ход? Просто размен? Ну, пешку выиграть. Ну, конь f7 выигрывает больше материала? Не знаю. Нет, конь f7, ферзь a5. b4? Ферзь b5. Не знаю, ладно, в общем, это уже нюанс. Я не хочу отбиваться, потому что я хочу играть. Конь c4 можно пойти. Можно. Так, слон c4 угрожает, не страшно. Что, слон b4 пойдет, наверное. Ну, там просто c3, это размен в нашу пользу должен быть. Потом ферзь b3. Ну да, там в черном тяжело будет с такими тылами играть. Так. Слон, я уж недооценил слон d6. Да нормально. Пускай берет на h4, я пойду d-e. Не хочет. Теперь хочешь венч пить. Ну да. Лишняя пешка. Я хочу фигуру зацепить. Я d-e хочу потом сыграть. А, точно. О, люди тут. Они даже потеряли дар речи в чате. Никто ничего не пишет. Ну да, это я понимаю, что это смотреть невозможно, но потерпите чуть-чуть. Это мой звездный час. Не, почему? Мне, например, достаточно интересно смотреть. Ага. Спасибо. Так. Наверное, рокируемся на GF F4. Вроде нас. D2 и 2 поля прикрыты, так что нормально. Тут даже. Нет, уже два слабые варианта. Ну ладно, давай, F5 можно. Ну конь E5 хочет. Ну давай F5. Что? Нормально, нормально, нормально. У тебя вокруг короля пусто. Ну нет. Понимаешь, вот эти поля, они. Я их бью. Ну да, то есть если понятно, что если он поставит кого-то на вторую партию, то можно закончить. Но вроде же не поставишь. Не поставит. Так что ладья F7 пустой уже. Видимо, белый. Да. FG. Ну да, даем. D2 не прикрыт, он тут не до этого уже. Даже так, хоть не надо доиграть. Ну, ладья должна быть намного сильнее здесь. Ну, постараюсь как-то добить. Ну все, видимо, да. У него стоит же F. Ну да, это все, это мат. Король 7, ладья 7. Мат наш 7. Прям как в шахматах, мат наш 7. Да? Только тут не... Ну да, тоже жертва получилась. Ладья ушла с доски. Спасибо за игру, сопернику. Кстати, наш шанс. Это наш шанс. Лидер остановлен. Он пишет, тот, которого я обыграл. Он пишет то, что 3 минуты это очень много. Я люблю по полминуты. Ну, может быть, в другой раз пересечемся. Потому что я постоянно играю по полминуты. Не знаю, странно. Сейчас постараюсь побыстрее. Скорее, более медленный, не знаю. E4, E6. Так я играл в самые свои первые партии. Атомные белыми. Выглядит, видимо, невидимо, это не очень хорошо забил. Зевнёт на D2? Да. Зевнёт. Обидно. Не очень. Всего за 7 ходов. Очень обидно. Так, ну еще 20 минут осталось. В расписании нет мата на заказ, потому что мат сначала надо заказать. Тогда он может появиться в расписании. Да. Опять Сергей Бугаевский, который нас одолел белым светом. Сейчас вернем должок. Надо было Е3 с Крэдлера набрать. В следующий раз так сделаем. Е3 дам. Ты с Сергеем Белым еще не играл в этом турнире? Нет, я только черным проиграл. Белыми я еще не проиграл. Есть шанс проебить по дебют. Я, короче, пришел, но я никак не поел. Ну это твои проблемы. Потом все. Мне рассказывай мне. А где ты был? Я ходил в магазин. И ну так приступай. К еде. Да, я купился, а сейчас покушаю. C5 вообще ужасный ход. Потому что поле D5 у меня все еще в распоряжении. Вам тут никто не мешал из моих родственников. Да нет. Да нет. Так выиграть, тем не менее. Ну, выиграть материал? Не выиграть, но материал возьмем, да. В общем, сейчас я подойду минут через 10.
покушаю. Почему не b4? Ну, мне не нравится то, что там всякие ферзь... ферзь b5 и прочее. b5 ты можешь взять его. Ну ладно, я плотненько хочу. h3. Так, у меня поле h5, если что есть. Не, ну да, коня он убирать не может, так понимаю, потому что... h5 сыграет, коня там надо скидывать. Да, ну. Так, сейчас надо подумать. Ну да, вроде... Ферзь e4 не страшно? Ферзь e4, ну d3. Я поменял в этих игре незамедлительно, ну ладно. Так, ага. c4 даже есть какой-то ход. Но мы вот такую перекрышку сделаем. И потом возьмем вот. Ладья на h5. Да, хорошо. Да, видимо, тут мат. Да. Догоняем, догоняем. Минус 5. Минус 5. О, надо берсерк. 19 минут. Надо берсеркать с любым человеком. У него, кстати, сломана серия. Он еще не скоро ее вернет. Ну да, я свою только что начал. Рондариан. Да, ну тут не так. Ну песок. Ладно. Ну вперед с песней. Берсерк против 220. Я тогда же в обычный шахматы не делал. Надо побыстрее только играть. Так, это все правильно. Это все правильно. Встаем. Люди ведь учат люди теорию. Люди, да, всю жизнь отдают атомным шахматам. 4. Так. Как ты наш пятый? Я опять забыл, кому принадлежит этот ник, потому что... Так, Алексей Ломов? Точно. Так, 10 ходов есть. И это 5 очков. Да, но он выиграл на партию, сейчас у нас минус 2. У нас серия. Прошу, Алексей, не обижаться. Я хочу выиграть турнир. Поэтому... А, кстати, тем не менее, хет-трик у нас не будет, потому что мы проиграли... Ну, не проиграли, второе место заняли в турнире по Орде. Так, а вот лидер надо... Не будем берсерк, потому что победа... Ну, конечно, тем более черными. Надо мат не положить, самое главное, двигать. Да. Черными тяжело играть все-таки, потому что белый сразу начинает попадать. Так, конь f4. Конь f4, по-моему, не самый лучший ход. Потому что, так, от коня h5 можно как-то защититься, наверное. Так, ферзь h4, g3. Ферзь g4, f3. Ну да, нас сразу не прогоняют. Ну ладно, пойду крепенько же 6. Да, вообще заметил, что любишь эти ежовые построения. А против нее только так. Так, я вроде еще не приехал. А что нахуй? А почему идея вообще? Ферзь f3, ферзь d5. Но на ферзь d5, ферзь f2. Ну, белый. Так, ну он просто ферзь. Он же просто. Белый просто без фигуры, по-моему, да? Без компенсации. Ловушки не прошли. Конь f6, можно сказать. Да, конь f6. Сон b3, d5. Так. Ну, надо просто как-то выставляться конь, сейчас. Конь f6. Нормально. Одобряю. Сейчас как-то слон b3, d5, e4, конь b4. Нормально. Нет, я думаю, что он понимает здесь уже, что атака прямая не пройдет, и будет как-то просто пытаться держать оборону без фигур. Да. А, мне это не том, что здесь скорее белый быстрее проиграть, наверное. Так, на еды где брать лучше? Наверное, да. Оно тут уже выбор не оставляет. d4. Так, какие у него есть угрозы? Слон f4, ну не страшно. Они отсутствуют. А, заверил. Не, ну а я могу тебе брать фигуру же, нет. Ну да. Ну, у тебя король на белом, черный слон, белый слон, чернопольный слон, что ты сделаешь? Ладно, нападу. Ну ладно, может просто на душе, на ладья 1, может слон e6 пойти, он заберет у тебя все три фигуры, но на этом партия закончится, потому что один слон останется. Угу. Так,
Ладья Е1, я хотел конь Е3 пойти, да. Ну да, почему нет. А слон Е3, слон Е6, Д5. Да, это я так и хотел. Д5, 3-0 или 2-0? 3-0, наверное, лучше. Я слон С5 хотел предварительно. Ну. Или не стоит? Ну, нормально вроде. С5, ДЦ, ну да. Ну, да, можно, можно. Выжимаем воду из камня. Так. Закинуть опасно. А, или в 3 лучше. В 3, да? Ну, я думаю, в 3, в принципе, как угодно. Давай в 3. Любой каприз. Так, сейчас d6, d7. Так, неплохо, так. Погоди. Слон h3? Не заканчивай. Слон h3, ладья e7. А, ладья d6 есть. Это хорошо. И вообще. d7, король b8, ладья a1. Ну, это последняя угроза, которую мы ему создать. А5. В принципе, там король c7 пойти, наверное. Ну да. Я большой разницы не вижу. Слишком плотно. Не, ну король c7 еще ладья e8 пошел бы. Да. Одна угроза у белых была бы в любом случае. Ладья e6. Выходишь лидер за 13 минут до конца. Ну. Смотри, и ломаешь ему серию, что очень важно. Не успел, которая не успела начаться. Запрямовить? Наверное, да. Чем? О как. Победа. Победа. Так, а где этот парень, у которого там 2400 много? Вот. С этими не так он уж далеко. Только что проиграл. Это хорошо. Ему соперник только что дали. Странно, что он сейчас будет со вторым местом играть, а не со мной. Ну, хорошо, пусть переигрывается. Об одном из них можно будет забыть. Но я думаю, что 2400 более опасен в этой ситуации. Ну да. Да. Всем уже надоело это. Да, вот это проблема там на шахмат. Нет, я сыграю другой дебют в следующий раз. Это в принципе проблема в том, что дебют очень конкретные все. А это плохо. В шахмат в обычный раунд можно играть абстрактно. И это будет заслуживать внимания. А здесь белые сы хотят вот что-то получить, не должны нападать сразу. Побей этого, нет. В подавках вообще можно с первого хода проиграть. А здесь хоть белыми какой угодно можно делать ход. А в подавках, по-моему, ходу... Не уверен, что такой гол. H4 может проигрывать, ну? Потому да. Что нечем же 4 держать. Ну да. Хотя, не, ну F3 можно. Ну F3 там... Ладно. H4 у меня 6, F3 у них 5. Это очень плохо, наверное. Сразу. Так, главное не зевнуть. Ничего не грозит. Ну, очень хочется на D5 побить. А, ну да. Следует пойти C5 и E5, чтобы у вас соблазна не было. Разумно. Так. Сейчас нам диагональ отдают, кажется. Так. Ну, D5, только не возьми. Не возьму. Так, ладья D4, не зевнул ли я? А ладья d3, сейчас я на d3 возьму. Но ладья d4, по-моему, попасть не был. Не знаю, не верится все равно. Ладно. g3. g3, да. А? Не, g3, g3 все правильно. Ладья e4 на g3. Не факт. Тогда времени мало. Так. Как g3? Ну или так? Не, ну e5 там. Потом обратно. Да, ну тут ломаный прием, ферзь слишком силен. Так. Они играют до сих пор, это хорошо. Чем дольше они играют, тем лучше. Угу.
Вот, Алексей теперь пытается белыми отыграть. Мы помним, как-то играли в одном турнире, и он ругался то, что ему достались 4 черных света против меня. Ну, сейчас как раз есть возможность отыграться. Ну, я думаю, что, кстати, в принципе, с... Е3 он играет, да. В общем, за счетом все понятно, кстати. Потому что Антон вышел. Ну, и уже минус 24 в любом случае. А у вас как, вы какую-то табличку делаете или просто сравниваете? Я, в смысле, я просто прикинул, потом сделаем табличку после окончания. Нет, там только Антон был близко. По итогам двух турниров. Это основная линия, где жертвуется фигура, но за много активность. Много фигур, по виду жертвуется. Нет, одна всё. Одна? Белый ждёт, ладно. Что здесь какая-то атака, H5 или что здесь хотят? Здесь хотят... На F2 взять, но это же не дадут. Не дадут, но при случае рокировать. И F4, потом я не пойму, почему. Ну сейчас. Ладно, показывай, что где. Показывай или проигрывай. Показывай или проигрывай. В принципе, да, так и есть, фигуры там не хватает. Ну сейчас постараюсь. Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бессонных планеты. Бабки в шапку, бабки в шапку, внеси свой вклад в тело спасения бессонных поросят и ял. Бабки в шапку. Он придумал версию мультика. Может быть очень сильно, конечно, не знаю. Так, я здесь. Кирилл, тут в твоем стиле игра идет. Кирилл вернулся вообще? Да. У меня уже слуховые галлюцинации. Да не, ну отбился соперник, что сказать. У меня есть новости, хорошие и плохие. С какой начать? Говори чуть громче. У меня есть новости, одна хорошая, одна плохая. С какой начать? Швейцария забила? Нет. Это как раз хорошая. Плохая? Плохая, Шер получил карточку. И чем она плохая? Ну, для тебя плохая. Мне уже все, ну 2 или 1. Вообще-то 0 может быть вообще. Ну или 0, суть в том, что это мало очков. Надо вопрос, или он нанесет сухарь, или нет. Заодно для меня погода при отрыве 25 не делает. А вот 6 вместо 2 могло бы. Так. Че, в чате никаких комментариев нет, а да, тишина, да? Пора сворачиваться. Играть нормальные шахматы. Не, ну вообще 2 фигур не хватает. Ну чё ж поделать. 3 фигур не хватает. Да, надо. Так. А, мотовать как? Ладец один нельзя. Почему? Так, не, ну конь c3 так-то. Все это бесполезно. Надо h4 играть, да. Вот как-то что-то вскрывать. Все правильно отбивает. Может, ладья f3 просто подвесить, пусть он возьмет и как-то там что-то придумает, не знаю. Давай. Вторую успеть подвесить. Там же ничего нет. Ну нет. Что, ладья 8, ладья f3, ладья h3, есть такая идея, да? Нет, ну ладья f3 будет ладья f2 потом. А, досадно. Роберт и Левандовский подбили. Там тем временем нам еще скинули 100 рублей, к сожалению, не знаю кто. По 4, почему не по 4? Давай сейчас. А зачем? Ну, ну хоть кого-то пинать, я не знаю, ну что делать без 5 фигур. Ну вот такие трудности этого варианта, то есть надо жертвовать и как-то правильно атаковать. Я, к сожалению, не нашел контр-игру. Ну, поборемся. А слон b5 нельзя запускать, я не знаю, как не допустить. Я думал, слон b4 не помню, туда ход. Но... Может быть. Что с конем уйдет? Пускай. С другой стороны, ладно, пусть белые покажут мат, у них пока все ладьи связаны с обороной. Так. Ладья c2 надо играть, видимо. Да? Сейчас я постараюсь как-то короля подвести. Может получится, может и нет. Если, конечно, дадут. Вроде пешку-то поровну. Ему, он пешками не может пройти мимо пешек, да? Это хорошо. Да. Ладью в любом случае, мне кажется, придется скидывать, потому что уведет ладью и проведу ферзя. Очевидно. Только куда тебе, когда мы тебя не пробовали все равно. А конс решил сразу побить. Не, так-то может не замотовать. Ну посмотрим. Ну сейчас конь c5 надо было играть. Не, ну он хочет побить просто.
Да, белый, конечно, выиграет, просто отдав одну фигуру и проведя эту пешку. Ничего не поделаешь. Королёв надо еще, чтобы... Надо еще, чтобы соперник нашел этот план, это надо... Да нет, это очень легко. А4. Нам заказали мат любым конем с любого края доски. А кто заказал? Ахиней. А где можно это увидеть? В чате. А, все, понял. Кинул 100 рублей, видимо, и... Я понял. Любым конем с любого края доски. А, король, ты успеешь, да? Слушай, так эта позиция обостряется внезапно. Ну, ладно. Ну, стоит, ну по крайней мере, он стоит вокруг него там. Понятно, что он тут может оттеснить, но это не такая легкая работа технически. Ну, надо одну фигуру надо просто поставить и все. Надо ускоряться. Не, он не успеет, это невозможно. Всё, уже мат. Должен просто ходить быстро. Уже мат был в один ход, Алексей не заметил. Вот и сейчас тоже мат. А, ну он решил флаг срубить. Нашел. Ну, поздравляю. Спасибо за игру. Очень-очень на грани. Ну, ладно. Кстати, да, 2400 ускоряется, одна партия. И он, скорее всего, ее выиграет. Где надо выиграть за 2 очка. Тогда он свободен, он сейчас, мы сейчас с ним как раз будем играть. А какой контроль? Что? Какой контроль, Артем? Плюс 0. А, ему дали соперник. То есть сейчас на одну партию, по сути, осталось времени. Ну, он выиграет, да, и тебе тоже надо выиграть успеть. Ну не знаю, ему черный цвет дали. Я в Алексея поверю. Зря. Ну ладно. Боюсь, что... Так, у нас какое расписание вот после... Там, по-моему, конференция была, но... Конференция вроде как перенеслась на время до твоего прихода. А мы это хорошо. Только никто ничего не спрашивал. Да. Поехали. Берсерк, да, и должно хватить 3 очков этих. Будет 2. Ну если не пойдет, будет 2, но тогда... Ну, да, просто... Ну, посмотрим. Не, ну уже... против 1400 обычно ходов за 7 всё заканчивается. Ну ты можешь протянуть же... Какой здесь этот лимит? 10, по-моему. Ну, просто не матуй первые 10 ходов, все. Ну, он по пути ход. Мат в один мне создаст. Так. Не, ну, я не думаю, что это проблема. Материал там съешь. Мне нужно 1400, это даже намного слабее меня. Хорош комплимент себе. Так. Ну, вроде да. Уже 4 хода, и мне делают урон. Ты еще довольно далеко от нападения на мат в один. Все шансы. Все шансы. Возьмем, раздают. Мне кажется, он сейчас захочет побить на f3 и пойти конь g4. Там h3. Да ну, я просто внимания не буду обращать на это. Да. Уже вот смотри, уже ферзь А5. Ферзь А4. Конечно. Ферзь А7? Ну и не до. Да, мат на 9 может получиться, девятый не устраивает. Б5, ферзь А5. Мат, вот видишь, может на 9 получиться. Это плохо. А, ну он не зевает, тогда ладно. Ферзь А6, наверное, вообще ход пустой, нет? Ну да. Сейчас рано конь G4 пойдет. Понятно, что без угрозы. Так, ну как лучше пойти? G5. Надо всё, грамотовать, 1,5 минуты осталось. Да, кстати, да. Это тоже проблема. Ну, мы разберемся. Ну, явно этот лорд успеет 2 партии сыграть. Ну, а вот он одну, скорее всего, успеет выиграть. Нам ещё соперник медленный попался. Ну все, надо как-то незаметно попасть на мат через всю доску, он зевнет. Ну сейчас мы что-нибудь собрали. Нельзя, надо выковырять как-то. Забей, что там ладья уже одна. Сейчас мы разберемся. 50 секунд. Так, это вообще бесполезно. А надо было наш 5 побить. Ну побью, если он не пойдет ладьей. Ну он и пойдет, потому что других ходов нет. Ну на G4, например. 30 секунд. Он, то есть, туго думает. Сейчас мы коня на F5 проведем. А, нам не хватит целого. Так.
Я думаю, ты можешь расслабиться уже. Получать удовольствие. Вот, незаметно какую-то конструкцию создал. Не, да, ты успеешь, но этого не хватит. Ну все, ты можешь... мажешь 2. 2, 1. Это не важно, там у соперника 56. Главное. Одну секунду не хватило. Он успел сдаться, почему не хватило? Все хватило. Открой вот эту партию за 3. Это же эта партия. Да. Нет, я мат успел поставить. Я успел поставить мат. Да. Ну да, после этого очков мало. А как он так быстро брал этого Арно, интересно? Почему быстро? За 3 минут. Так там еще одна партия была. А-а-а. Ну Евгений быстро проиграл. Он сдался, да. Вся вина на Евгении. Да. Кстати, здесь уже нет ни одного мата, по-моему. Верните донат. Евгений, как же так? Никакого мата еще нет. Зачем вы сдаетесь? Ну что ж, понятно. Ну не страшно. Кстати, общий зачет превышен. Да, этот соперник, он в многоборье будет очень высоко тоже. Просто потому, что этот турнир длинный, атомным. Я не удивлюсь, если он второе место займет в итоге. А те были по полчаса, да? Те были по полчаса. Ну ладно. Там бы взяли 37 в Крейзи и 32 вроде в Орду. Зато рейтинг удержал. Я так и не понял, почему ты утверждаешь, что в Орду играть черными проще, и нам белыми было намного проще. Ну я не знаю, просто что надо белыми постоянно следить, чтобы... Там, да, ну, мы играли по перепилке, чёрным, даже в выигранных позициях были проблемы с тем, чтобы все пешки съесть до падения флага. Ну, и не знаю, у Евгения 1 плюс 1 как-то справлялись люди. Я вон 80 ходов играл. Справлялись, но плохо. И к тому же там всё-таки плюс 1. Ну ладно, так, ну, проиграли, не страшно. Чё проиграли? Заняли второе место. У нас 2 вторых места, одно первое. Да. Так, чё, какой план? Ну, вы продолжайте, я отключаюсь. Спасибо всем зрителям, кто посмотрел. Я возможно, думаю, вы не скучали. Да. Заточил. Точнее, додержал отрыв.